лучше, я надеюсь, потому что это действительно новое слово в кукольной анимации, это новая совсем техника, и это изюминка в виде выдающегося художника современности, который делает эскизы для этих куклок. Но я посмотрел, подожди секунду, да, я посмотрел трейлер, да, вот принесли очень интересное, на самом деле, все снято. Да, и достаточно вот такой вот он мрачненький, такой готичненький. Ну, в принципе, от Гофмана, ну, Гофман, трудно ожидать розовых цветов и так далее. И ромашек. Вот. Но насколько вот он мрачный будет? Он для детей или все-таки он более для более старшего поколения? Ну, сказки Гофмана — это не совсем для детей, вы, я бы знаете, сказала. Что касается для детей или для взрослых, то у всех, кто причастен к этому процессу, всегда было ощущение, что что-то вот, знаете, это все для взрослых. Дети не поймут. Потом, знаете, устраивали фокус-группы, и потрясающие реакции маленьких детей, моих знакомых, которых там, ну, разного возраста, совсем маленькие, там, 5-7-10 лет, по несколько раз до дыр засмотрели эту вот первую часть. Поэтому что-то происходит с миром, что мы не можем уловить, но, наверное, вот Шемякин с Соколовым это интуитивно улавливают, и я надеюсь, мы сможем